Настя Мишакова принимает участие в интеллектуальном марафоне впервые, пришла проверить свои знания. За 15 минут ей, как и всем участникам конкурса, предстояло ответить на 12 сложных вопросов. На некоторые я не смогла ответить, а на некоторые ответила. Для меня был легкий вопрос средний цвет радуги. Саммит проходит в нашем городе не первый год. Одна из главных целей – проверить логическое мышление малышей. Поддержать юных умников и умниц в интеллектуальном марафоне пришли и их родители. Дети узнают много нового, развивает мозг. И желательно почаще делать такие мероприятия. Всего в полуфинале конкурса «Саровский марафон маленьких интеллектуалов» приняли участие 725 учеников с 1 по 4 класс. В этом году соревнования проводились в формате тестирования. Ребятам необходимо было пройти сразу 5 блоков заданий на логику, внимание и эрудицию. Саммит у нас проходит уже 5-й год, но полуфинал у нас появился в этом году. Мы изменили формат, у нас появился заочный дистанционный этап. До этого он проходил в школах, и ребята выполняли задания на бумагах, на бумажных носителях. Сейчас они выполняют это все в электронном варианте, и те, кто набирает 14 и больше баллов, до 20, приходят сюда на полуфинал. Поэтому у нас такой объем сегодня детей. По итогам конкурса лучшими стали 19 первоклассников, 17 второклассников, 24 ученика третьих классов и 25 четвероклассников. Финал саммита пройдет в дни осенних каникул 8 и 9 ноября. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.